Давайте с вами посмотрим такой, как я называю, быстрый расклад. Ждать или отпустить вам его. Ждать или отпустить. Подумайте о человеке. И давайте посмотрим, ждать или отпустить. О, девочки, холодный мужчина. Расчетливый, холодный, свои чувства закрыл. Поэтому, если хотите ждать, то можете ждать вечность. Пока он не увидит, что рядом с вами ему опять выгодно, пока он не увидит больше плюсов, нежели минусов, да, не повернется в вашу сторону. Расчетливый. Здесь расчет, девчонки. Да, мужчина на выборе. То есть у него, скорее всего, еще кто-то там есть. Ждать или отпустить? Ну, тут, скорее всего, наверное, решать вам. Решать вам. Потому что мужчина на самом деле, да, больше по разуму, нежели сердцем чувствует. Поэтому выбор за вами.